Смотрите, это ресепшн отеля Medlin Inn. Вот это лобби-бар. Это главный ресторан. Смотрите, большое помещение, такие красно-голубые диваны. Смотрим территорию отеля. Там видно главный ресторан, это завтрак. Вот бассейн, при этом, пожалуйста, маленькая зона для бассейна. Вот такая горочка. Ага, кинго. Вот такие трехэтажные, в данном случае, большинство трехэтажные. You need the sea? You need look yes. the sea? Обязательно нам нужно, конечно, посмотреть море. Такой тоже считается один из бюджетных отелей. Такая улочка к морю. Релакс. Видите, он хочет, чтобы я бежала бегом, а мне хочется как можно детально вам снять обзор этого отеля. У него очень хорошее расположение. Повторюсь, он находится на улице, да, известный район Мамша, где много магазинов, хороший променад. То есть очень приятный именно район. С учетом, что на приятном вот этом районе находится такое недорогое жилье. Да, недорогой отель. Один из бюджетных отелей считается. Вот сейчас посмотрим, что у нас там за пляж. Сентябрь 2021 года, отель битком, народу много. Нету даже свободных номеров стандарт рум, готовых, чтобы сделать вам обзоры. Но суть, в принципе, понятна, что отельчик старый, но, опять же, он недорогой, удобное расположение. Сейчас заодно посмотрим. Здесь, видимо, проходит вечерняя анимация. Ведь, смотрите, да, здесь сцена, колонки, пляж, песочек, тень. Пальмы. Пожалуйста, волейбольная площадка для тех, кто любит поиграть. Видно, что народу очень много. И, конечно же, огромный плюс уже видно, что, несмотря на то, что сейчас, вот видите, да, здесь как бы бухта. One second. Бухта. И, видите, не надо далеко идти для того, чтобы поплавать. То есть, пожалуйста, сразу заходим и почти сразу глубина. Это, конечно, огромный плюс, преимущество этого отеля. Вон там видно пляжное кафе. Вот такое вот. И напомню, что вот в этой линии находится много очень дорогих отелей Хургады. Песок. Коралловые тапочки не нужны. Видите, все в воде. Огромный плюс.